Записи с тёгом Platycerium. А у вас еще нет рогов оленя, папоротник Platycerium, выращивание и уход за неприхотливым эпифитом 27 ноября 2020 года. Какие условия, температура и освещение нужны такому цветку, как папоротник Platycerium, выращивание и уход за ним имеют особенности? Подруга, знай мое увлечение необычными растениями, где-то нашла это. Виды Platycerium для выращивания дома 9 апреля 2017 года. Род необычных папоротников Platycerium, родиной которых являются тропические леса, насчитывает около 18 разнообразных видов. Но виды Platycerium для дома включают в себя только 4 из них. Platycerium. Необычный папоротник Platycerium в домашних условиях 9 апреля 2017 года. Несмотря на то, что достаточно просто содержать Platycerium в домашних условиях, выращиванием папоротника готовы заниматься далеко не все цветоводы. Чтобы растение чувствовало себя максимально комфортно, необходимо придерживаться. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Новые статьи «Помидор». Розовый фламинго относится к высокоурожайным сортам, чем полюбился дачникам 8 августа 2021 года высокоурожайный огурец. Сорт «Эйколь» – отличный выбор дачников 8 августа 2021 года. Сорт баклажанов «Черный красавец» – где выращивать и каким урожаем он порадует 7 августа 2021 года. Китайская груша не просто растет, но и плодоносит в дачных садах России. 6 августа 2021 года – полезные свойства черного перца и противопоказания к его применению. 6 августа 2021 года.